Тем временем делегация Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России посетила с рабочим визитом авиабазу Хмеймим. Сенаторы встретились с командованием и военнослужащими объекта. Ознакомились с тем, как готовятся операции по борьбе с террористами и заодно оценили, как организована жизнедеятельность и быт личного состава. О впечатлениях парламентарии доложат не только Палате Совета Федерации, но и руководству Министерства обороны. Командование Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, рассказало о проводимой работе и достигнутых на сегодня результатах. Например, о том, что населенных пунктов, подписавших соглашение о перемирии, уже более 800. Мы проделываем свою законодательную работу. Позавчера, как вы знаете, был одобрен закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о нашей авиационной базе. Я думаю, что этот закон даст возможность многие международные правовые основы закрепить, и в том числе в плане вашего социального статуса, теперь по иммунитету, вы приравнены к дипломатическим работникам. И члены вашей семьи, а я думаю, что в связи с тем, что деятельность военной базы бессрочная, мы будем здесь на постоянной основе, настанет время, когда сюда приедете с семьями.